Вихованець Могилевской городской спортивной школы отримав путевку на Олимпийские гульні и установил новый рекорд страны. Микита Цмих проплыл 100 метров на спине меньше, чем за 54 секунды. Это отбылося у комбинированной эстафете на чемпионате страны, что сейчас проходит в Бресте. Могилевчанин на 37 секунды перевысил квалификационный норматив до Олимпиады и таким чином стал 6-м белорусским плавцом, что отримал путевку на гульні в Бразилию.